Сделали, нас сделали реально, да? Наши учили. Ребята сейчас ровно. Знаю даже. Это ерунда. Очень многие уезжают без валюты. И потому происходит вот вся эта спекуляция. И весь русский народ, грузинский народ, армянский, весь советский народ за границей нищими ходят. По крайней мере, мне не предлагали за 1000 рублей очередь купить. Да, за 1000 рублей штуку. Говорит, дайте, говорит, пожалуйста, без проблем. Бардак творится. Вот я уже месяц живу, не могу никак добиться, чтобы уехать. Да, я немец, еду в гости просто, привет. Они во время войны, как они там были, вот еду просто в гости, вот и все. 50 лет их не видели? Да, не видят. Мать 91 лет. Брат там, сестра все. Посмотрим, как там будет. Не понравится, назад поедем.